Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лиза Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И сегодня у меня на обзоре два зачетных крана по сбору криптомонеты Solana и BNB. Называется Olpic. Они абсолютно одинаковые. И давайте начнем с регистрации. Ну, здесь сами посмотрите, почитайте, переведете на русский. Если кого заинтересует, перейдете по ссылочке, попадете на такую страничку, нажимаете на желтую вкладочку «Зарегистрироваться», прописываете юзернейм, то есть логин, email адрес, два раза пароль, разгадываете капчу, нажимаем «Зарегистрироваться». Я же войду в кабинет, вход по имейлу, у меня здесь логин и паролю. Также разгадываем капчу. Так, капча наша, капча. Готово. Логин. И попадаем в кабинет. Регистрация одинакова, что в одном кране, то и во втором. У меня баланс по нулям. Я сегодня только зарегистрировалась, сделала один сбор, и я профукала свои монеты. Сейчас покажу, как, что и почему. Значит, тут говорится, подтвердить надо адрес электронной почты. Я еще ничего не подтверждала, и за подтверждение нам дадут 10, как бы, клеймов сбора, 10 на кране. Вот так опускаемся вниз, и здесь у нас кран. Баланс по нулям. Я разгадываю капчу. И собираем, значит, смотрите, здесь уровни. Первый уровень нам дай, вот этот уровень. Я за каждый клейм 5000 криптомонет вот этих Solana. Далее идет по нарастающей. А уровни увеличивать, это нужно играть, друзья, в игры. Вот я вот на этой игре и профукала свои 5000 криптомонет Solana. Набираю клейм, и 5000 мне засчиталось. И через час я могу опять собирать. Так, я еще не подтверждала почту. Сейчас вам покажу игру. Потому что можно как выиграть, можно и проиграть, что я и сделала. Вот. Кликаем game. И вот играя вот в эти игры, как бы увеличивается уровень. Видите, да, кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Ну, вот как-то так. Вот. Я играла вот в эту игру. Кликаю. Значит, и что я сделала? Как я играла? Вот сюда я кликнула. Потом я... Так, вот сюда. Кран. Вот этот сайт по криптомонете. Что один, что второй платит. Почему? Потому как мой пригласитель, то есть человек, под которого я зарегистрировалась, он уже проверил этот кран на вывод. И все замечательно. Все платит, но вывод идет на прямой кошелек или же на биржу. Значит, вот это здесь первое, здесь вот сюда я галочку поставила. Ну, это как вот мой пригласитель мне показывал, да, я смотрела, и как бы я это все повторяю. Можно, конечно, все проиграть, а можно и выиграть. Авто. Здесь вот как бы это все на автомате. И вот здесь вот это будет шкала бегать. Кликаем. И сейчас посмотрим. Все, видим, я проиграла, да? Красная. У меня еще 3000 осталось. Сейчас я все профукаю. И опять я все проиграла, да? Авто. Все, мне нету. Ну, как-то так.
Далее депозит, я не знаю, что это для чего, наверное, для игр, для этих не рекомендую. Вывод, вкладочка. Минимальный вывод отсюда 0.002 Solana. Сюда адрес, сумму, как бы, тут комиссия идет. Ну, когда будет что выводить, я обязательно проверю на вывод. И будет обязательно видео. Ну, настройки здесь ничего такого нет. Поменять, если тут пароль, установить двухфакторную защиту. И реферальная ссылочка находится вот здесь у нас она. Так, давайте вернемся на кран и подтвердим адрес электронной почты. И мне дадут еще 10, как бы я могу 10 раз как бы сделать клеймов. Все делаю в режиме онлайн. Так, и что? Мне должно прийти письмо. А пришло мне письмо. Сейчас проверим спам. В спаме нет ничего. Опять сюда. И опять меня вот сюда. Ага. Так, давайте-ка переведем на русский. Что тут? Так, 3000 монет. И как? А, подтвердить имейл. Вот. Друзья, видим, да, на зелёньку. Я ставлю на оригинал. Подтвердить имейл. И мне вот на почту отправили письмо. Вот теперь уже я иду на почту. Кликаю. Ой. Это Solana. Вот эту я вкладочку, наверное, закрою. Go home. Все. Я подтвердила, да? И что теперь у нас? Сейчас загрузится все это. Это можно закрыть тогда, Solana. Опускаюсь ниже. Надо обновить страничку, наверное. Сейчас обновлю. Мне должны дать 10 клеймов. Что мне ничего не дается. Видим, да? Переводим на русский опять. Ваш адрес, почта подтверждена. Спасибо. Так, чтобы получить 10 бесплатных вращений и удвоить за сборщик на один день. И мне ничего почему-то нет. Ничего. Перезагружаем. И нету здесь. Наверное, надо подождать час, что ли. Давайте перейдем ко второму сборщику. Он точно такой же, только здесь мы будем собирать BNB. Такой же самый. 10 я тоже играла, но здесь я, смотрите, значит, немножечко выиграла, так как здесь я собрала 75 монет. Да? Вот. И у меня на балансе 97 монет. Давайте, пока я не сделала, зайдем в игру, вот в эту. Все то же самое. Регистрация такая же, логин, email, пароль, капча. Также я играла вот в эту.
игру. И также повышается от этих игр, как бы, повышается уровень. Но, напоминаю, хотите играть, играйте. Это, конечно же, друзья, риск. Да? Можно выиграть, можно все проиграть, как я вот на Солану все профукала. Так, кликаю. Опять вот я на 97, так и есть. Опять кликаю. 105, видите, я выиграла, да? Как бы стоп я нажала. Кликаю опять. Продолжить. 125. Но я пока остановлюсь, да? Перейдем на кран. Также мы подтверждаем, я не подтверждала. Здесь собирать пока я не буду, так как видели, да, что там мне нету этих клеймов почему-то. Хотя я думаю, должны быть. Так, отправили мне письмо. И иду я на почту опять. Это я уже письмо. Так. Должно прийти письмо. Вот оно. Very account. Так. И перебрасывает меня. Все виснет, как обычно. Закликаю Go Home на домашнюю страничку. Я подтвердила адрес. Да? И что? И вот здесь у меня. Видим, да? Сейчас. Угу. Так, вот эту я закрою. Так. А здесь мы сейчас будем сделать сбор. 10 сборов мне должно быть. Как всегда, все виснем. Сейчас отвиснет. Видео немножечко будет затянуто, но ничего. Зато вы хотя бы поймете, да, что к чему и как. Кликаем. Да что ты будешь делать? Подождать, как всегда. В салоне все по-другому. Здесь вот нет такого. Почему-то. Как-то все долго на видео. Страничку обновить. Сейчас перезагружу. Здесь вот дают по 75.
Бимби Сатоши Колотих. Клейм. Так. Теперь что нужно? Обновить страничку, наверное. Интересно, как. Так, что мне здесь пишут? Переводим. На русский. Так, подтверждено, вы получили 10 бонусов сборщиков и удвоили вознаграждение за сборщики за один день. Как-то так. Вот. Ну и игры. Опять же таки, как я уже сказала, здесь можно выиграть, а можно и проиграть. Все это опасно. Кликаем. 275, как и было. 283, видим, да? 295, ну вот как-то так, друзья. Возвращаюсь на кран. Так, что еще? Так, вывод. Значит, здесь 0.202 BNB. Binance я буду выводить, скорее всего, на биржу, а Solana я буду выводить вот на этот кошелек. Можно выводить Binance на MetaMask. Кому как угодно, но не на Faucet Pay. Потому что я спрашивала, не на Faucet Pay. Или на прямой кошелек, или на биржу. Ну и вот здесь находится реферальная ссылочка. Вот она. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Не интересно, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.